И в горе, и в радости. Югра – лидер в УРФО по числу свадеб. Разводится в Ханты-Мансийском автономном округе, впрочем, тоже чаще, чем на других территориях Урала. Это данные Росстата. Показатели пересчитали, определив число разводов и браков на 1000 человек населения. В Ханты-Мансийском автономном округе в прошлом году марш Мендельсона в ЗАГСах звучал более 11 тысяч раз, что чуть больше, чем в 2018. Лидерами же стали жители Калининградской области, Приморья, Севастополя и Санкт-Петербурга. Кроме того, в Югре зарегистрировано снижение числа разводов. Если в 2018 пары расторгали официальные отношения около 7,5 тысяч раз, то в прошлом году семей в Югре распалось на 400 меньше. Однако этот показатель является самым высоким во всех регионах УРФО – 4,5 на 1000 жителей. Столько же разводов в усредненном значении зафиксировано в Мурманской области и Республике Карелия, чуть выше – на Камчатке. Лидером антирейтинга стал Сахалин.